они очень аккуратно поддерживали за счет эмиссии частный спрос. Обама увеличил расходную часть бюджета американского на $1 триллион в год. Проблема только в одном. Это все равно этот кризис никуда не денет. Он все равно произойдет. Значит, по разным оценкам, следующий рывок вниз должен произойти где-то самое позднее к началу 2015 года. Может быть, раньше. Некоторые считали, что уже в этот раз, когда был бюджетный спор в США, что может начаться уже сейчас. Я в это не верил, но это уже другое дело. Это отдельный эпизод. Сегодня есть два таких дедлайна в мировой экономике, которые, скорее всего, пережить спокойно будет невозможно. Это ноябрьские выборы в США через год. И не потому, что сами выборы, а потому, что американские политики под это дело, скорее всего, устроят какой-нибудь бизнес. Я не буду сейчас объяснять, из-за чего. Если только никто там не спросит специально. И второе – это обвал пузыря на фондовом рынке по США. Здесь, скорее всего, это начало 2015 года. Как только произойдет этот обвал, мы получим кризис мировой, сравнимый по масштабам с сентябрем 2008 года. В нашей стране, если упадут цены на нефть сильно, кризис начнется раньше. Но нет уверенности, что цены на нефть сильно упадут быстро. Тенденция к падению цен на нефть будет, но то, что они упадут быстро, гарантировать не может никто. Прекрасно. Но есть еще одно обстоятельство. Значит, нефтяные фьючерсы контролируют два банка в основном. Это Goldman Sachs и JP Morgan. Что произошло с JP Morgan буквально позавчера, все знают или не знают. Проблема не в том, что штраф 13 миллиардов, из которых они 4 сэкономят за счет налогов. Проблема в том, что они при этом не получили освобождение от уголовной ответственности. То есть, иными словами, JP Morgan будут сливать. Но с точки зрения отношений в мировой финансовой элите, это понятно. Потому что за JP Morgan стоит команда Клинтон и Саммерс, вот эта политическая группа. А против них играет Обама. Обама выиграл, он не дал развязать войну в Сирии, он свалил Саммерса, который рвался на пост председателя ФРС, и он наехал на JP Morgan, всем продемонстрировал, кто будет следующим козлом отпущения, как Lehman Brothers в 2008 году.